Welcome back from the break. Добро пожаловать обратно на занятия после перерыва. Если коллеги мне сейчас позволят поделиться своим экраном, то я хотела бы вам сообщить наше расписание до конца дня. Прямо сейчас у нас начнется занятие с Алексом Ривасом. А после этого занятия у нас будет занятие йогой. За ним последует обед и перерыв на кофе. А затем у нас будет девятое занятие с Паулиной Франко. И после него еще один перерыв и ужин. А после него огненное подношение. Пожалуйста. Помните, что сегодня не будет занятий с Геше Майклом. Сегодня у нас проводят занятия другие невероятные, удивительные учителя, которые к нам присоединились, чтобы поделиться своей мудростью. И они уже готовы начать. Большое спасибо. Yo tengo
I think we have a video while we stop crying. Кажется, у нас было еще видео. That's it. Вот и все, быстро закончилось. Okay, I'll translate. Ладно, я переведу. We have now local retreats, Lam Rim, for this Lam Rim happening in another country, and this is Kyrgyzstan. И, как вы поняли, друзья, это локальный ретрит в Киргизстане, это не Аризона, и, очевидно, это ретрит, который проводят организаторы в Киргизстане. И еще один ретрит офлайн проходит, живой ретрит проходит в Украине, и они также смотрят нас с вами онлайн с переводом на украинский язык. Но мы пока не получили от этой группы никаких видео. Возможно, мы надеемся, что еще получим от этой группы практикующих видео с их ретрита. Hey, hello. Hola. Добрый день, привет всем. Спасибо, Хуан. Сегодня Хуана избрали особо для того, чтобы быть моим переводчиком.
потому что я хотел, чтобы наше занятие было веселым. И будем надеяться, что так и будет. И мы сегодня будем читать по-тибетски. А Хуан — один из лучших переводчиков с тибетского, который не участвует в «Смешанных орешках». Так что Гешела дал нам это задание. Он должен был провести это занятие онлайн. И потом он сказал, да, нет, я не буду, давайте вы проведете занятие. И он показал нам в своем номере идиомы, которые у него были заготовлены, и сказал, давайте учение, как вы желаете, как вам угодно. Потому что Ламрим — это об очень личном опыте. И он сказал, выберите свои собственные примеры. И Ламрим — это как медитация. Ламрим сам по себе является своего рода медитацией. Как будто вы медитируете, а потом у вас еще одна медитация и еще одна медитация. Так что идиомы, они тоже подобны медитации. Это образы, которые мы затем связываем с идеями. И я загрузил эти идиомы 2 дня назад. И я на самом деле не преподаю их. Так что мы просто с вами сегодня почитаем это занятие вместе. Если у вас есть пример, подходящий тому, что мы обсуждаем, поднимайте руку и делитесь. И мы начнем с 18 кадам советников, или они называются по-тибетски дамцик. Это как просьбы или обязательства, обещания. Что-то, что вы должны перестать делать, отказаться. И есть 18 способов развить доброе сердце, лоджонг. Сердце, которое служит другим людям. Так что размышляйте об этом, когда мы будем смотреть с вами на эти идиомы. И серьезно, если у вас появляются какие-то примеры, пожалуйста, делитесь. Потому что я думал о тех примерах, которыми мы могли бы обратиться. Вполне возможно, что кому-то поможет как раз ваш пример. И это значит, что вы поможете еще кому-то. Так что не стесняйтесь, не скромничайте. Я очень сильно нервничаю, поэтому помогите мне. Not only that, so now that you have the download too, you will have the download. И у вас также будет этот материал, вы сможете его загрузить. Мы подобны сосудам. Знание передается от учителя ученику, а затем учитель сам, а затем студент сам становится учителем и передает это знание дальше своим ученикам и так далее. И тогда это знание становится безграничным. И передача этого знания — это очень хорошее семя. Так что я думаю, сейчас каждый из нас
каждый из вас наполнится этой водой знаний, как сосуд. И мы не переливаем воду, потому что она может застояться. Если воду не переливать, то она застоится и начнет цвести, а мы не хотим, чтобы это происходило. И поэтому Гесши Майкл помогает нам. Он говорит, ты обучай. И он говорит, в Китае или, не знаю, еще где-то в других странах, учитель идет на пенсию в 65 лет. И ученики начинают набирать сил и преподавать. И вот он то же самое делает. Сейчас он приехал в Латинскую Америку, и мы вообще были не готовы к такому повороту событий, но нам нужно справиться. Он сказал, вы, возможно, не думаете, что вы готовы, но вы уже учитель. А я вообще не чувствую себя учителем. Но я понимаю, что я должен передавать учение дальше. Так что... Давайте начнем наше занятие. И мы будем читать по-тибетски, как делает Гешла, потому что я не знаю лучшего способа изучить это. И я хочу, чтобы люди, кто умеет читать по-тибетски, показались. И мои идиомы, они достаточно простые, но я тоже хотел поделиться тем, как я умею читать. Хотел похвастаться перед другими людьми. Так что приготовьтесь те, кто знает тибетский. Я ничего вообще не пойму, но вы знаете, и мы знаем, как читать. Помните, не держите это все в себе. Когда вы слышите это и видите идиомы, начинайте думать о том, как вы расскажете об этом людям после того, как ретрит завершится. Спасибо. И давайте посмотрим на первую идиому. Do you know who this guy maybe? Возможно, вы знаете этих людей. Ralph, yeah, he's here. Ralph, yeah. You remember Geshe-la was talking about this guy who? Да, помните Geshe-la? Говорил об этом человеке, который всем приносил кофе. С такой улыбкой. Former owner of the Peachtree Cafe. Вот это бывший владелец кафе «Персиковое дерево». И это идиома о нем. И давайте почитаем тибетский. Можно ли его показать? Пожалуйста, включите микрофон. Думпагер, yeah. And now the better, the best... Reader of Tibetan in Mexico will start. А теперь нам почитает лучший чтец тибетского в Мексике. Yeah, he's in the tech table. Yeah. Оскар, пожалуйста. Dumpa Gyurla Rang Sorshan Chepani Rangki Gyuki Semgyongpo Narne Sunjokpami Parje Sandu Tangne Chu Tabje Chin Ravna Shakye Tringla Tringla Tringdakye Tamalo Kiet Sam
I own that room. Let's see. Все. Thank you. And we don't have an idea what this is. Спасибо. И у нас нет никаких идей, о чем здесь говорится. Но у меня есть перевод. Я поделюсь с вами, что здесь имеется в виду. Yeah, like the same of the 18, where what why we're seeing 18 кадампас. И мы говорим о 18 кадампах, и сейчас 4 из них упоминаются. This is called change your aspirations, but remain natural. Este se llama. Здесь говорится, что вы можете менять свои устремления, но оставаться естественным. И здесь говорится об этом парне, имеется в виду, об этом парне с такой улыбкой, но он гений. И Гешла говорит, что он выглядел немножко как умственно отсталый, но он выглядит как гений. Он действительно гений. Try to look cool outside. Esto se refiere a que no trates de ver. Что имеется в виду? Не пытайтесь выглядеть крутым снаружи, внешне. Вам нужно постоянно пытаться совершенствовать свой ум. You shouldn't try to make your mind more sophisticated every 24 hours. Que trates de hacer. И вам нужно стараться совершенствовать, улучшать свой ум каждые 24 часа. Каждые 24 часа вам нужно стараться делать свой ум более изысканным, более мягким, более восприимчивым. Каждые 24 часа. Постоянно. До конца вашей жизни. Так что давайте попробуем быть как Ральф, оставаться очень скромными, но снаружи выглядеть так же весело. Потому что если вы начинаете говорить людям, что вы такой великий практик или еще что-то подобное, возможно, это и так. Но кто-то может сказать, да нет, вовсе не такой ты великий, ты просто глупец. А вы действительно можете быть прекрасным практиком. И тогда это будет посев очень плохих семян. Критика другого человека. Так что, пожалуйста, вам стоит оставаться, залечь на дно, оставаться таким тихим и спокойным. И у вас могут быть эти высокие цели? Стать лучше каждый день, а затем еще лучше, и потом придерживаться этой цели целый год, и постоянно развивать свой ум. Super yogi or a super teacher outside. Не пытайтесь снаружи выглядеть как супер йог или супер учитель. Я правда пытаюсь так делать. И не то чтобы я был прям великим практиком. Но я всегда пытаюсь говорить, что нет, я так практик не очень. Постоянно. When they see me do bad things, и люди не думают, что когда они увидят, что я делал что-то плохое, они знают, что я не очень хороший практик. Так что я таким образом себя защищаю. И мы знаем, что много людей сейчас изучают дармы. Когда они только начинают, они очень вовлечены, у них энтузиазм высокий есть в этом.
smart and they apply the dharma and seeds. И вы думаете, о, они все такие умные, они изучают дхарму, они применяют семена. И потом проходит месяц, и они исчезают. И я думал, а почему так? Потому что мы знаем людей, которые с нами уже довольно долго, какое-то время. Мы не особо много таких людей видим. И мне кажется, я понял, почему это так, что это за причина. Вы служите. Вы после занятия йогой приносите стулья назад в комнату. И вы помогаете организовывать ретриты, управлять им и служите все время. И у нас есть все эти организации, YSI, ACI. И люди, которые являются волонтерами, и эти люди — это как раз те, кто остаются и задерживаются. И я всегда поддерживаю их и приободряю, потому что нам действительно нужны эти семена, они очень быстро изнашиваются. Ваш кармический банковский счет очень быстро исчерпывается. Так что, пожалуйста, не наряжайтесь, чтобы всех поразить. Просто служите для того, чтобы сохранять дхарму в своем сердце. И я думал, какие примеры можно здесь привести. И мне на ум пришел мой брат. И это здорово, я не говорю, что это плохо. Но это именно то, как иначе работает дхарма по сравнению с остальным миром. Было время, когда он постоянно носил галстуки и костюмы и дорогие часы, потому что он хотел продавать. Он хотел выглядеть как богатый человек, но он был не богат. И это ему помогло, он попал в бизнес. И это тоже хорошая практика, нельзя сказать, что это плохо, это все пусто. Но здесь мы пытаемся так не делать. Не сидеть и медитировать, и напускать на себя важный вид. Так, чтобы люди говорили, «О, он тут медитирует уже 3 минуты!» Он не пошевелился за это время. Ух ты! Может быть, это было намерение было, я просто буду сидеть и не двигаться 30 минут, да, не 3 минуты. И так, чтобы я выглядел очень круто, как настоящий учитель. Или на занятии йогой. Я сейчас еще потянусь побольше, потому что я учитель. И я должен сделать полный лотос в стойке на голове. И они это делают постоянно. И, конечно, иногда выглядит так, что это работает. Но сегодня мы говорим, нет, нет, давайте без этого всего. Когда вы на занятии йогой и растягиваетесь только потому, что хотите кого-то впечатлить, вспомните о Ральфе и не делайте этого. Потому что если вы так делаете, ваша йога не будет работать.
даже если вы стоите 20 минут в стойке на голове. Если вы это делаете для того, чтобы кого-то поразить, то не делайте. Тогда ваша йога просто трата времени. Делайте что-то, потому что вы хотите служить. И мне сказали 2 минуты назад. Потому что я очень нервничал перед этим занятием. Все предыдущие занятия у меня было время подумать, найти хорошие примеры. Но с этим занятием Гишела такой: «Так, ты будешь преподавать, все, иди». И потом сказал: «Да расслабься». И мне все говорили: «Расслабься». You're here to serve, to just give the content. Ты здесь для того, чтобы служить. Просто дай суть, дай содержание. Они мне этого не сказали, но то, что я услышал, что дело не в тебе, ты просто сосуд, ты просто передатчик. Просто расслабься и читай тибетский. И затем, если будут вопросы у людей, то они их зададут, и мы все вместе найдем варианты ответа. Так что, пожалуйста, у меня всего 5 идем. Во сколько заканчивается вообще у нас занятие? А, у нас еще 40 минут. Поэтому я много говорю. И вообще-то я обычно не так много болтаю. Просто я очень нервничаю. Потому что мы с Альдо преподаем в Гвадалахаре. И обычно, когда мы это делаем, Альдо говорит, а я просто шутки говорю. А сейчас мне нужно и обучать, и шутки еще вставлять. Хорошо, давайте посмотрим на следующую идиму. Who has been in Diamond Mountain? Так, кстати, кто был в Diamond Mountain, в Алмазной горе? И вы знаете, что там много таких вот камней? Они не двигаются. Они всегда там. Если вы в следующем году туда поедете, они все еще там будут. Я надеюсь, по крайней мере. Обычно они там. И здесь тут говорится: не будь так, как эти скалы в Алмазной горе. И давайте теперь почитаем по-тибетски, чтобы получить благословение. Кто же у нас здесь может почитать? Досточтимая Кад, пожалуйста. I'm using the teacher power. Я использую силу учителя, власть учителя. Антак. Хичак гонг шин ми че пар нун па юр канг хи юр на янг сэм джанг сэм, I should say correctly, нге джунг ми так па сок хи юр гу джанг. And this is saying that we should change our aspirations. И здесь говорится, что нам нужно менять наши устремления. Не позволяйте им все время быть такими ригидными, застывшими, как эти камни. Постоянно развивайте их. И это также относится к предыдущему, к тем 4, которых мы уже упомянули. И в тибетском говорится, а какой же метод нам стоит использовать для того, чтобы изменить свои стремления? Если у вас есть какие-то идеи, то делитесь и помогите мне.
помогите мне. Какой метод мы используем для того, чтобы изменить наши страстные желания, устремления? Бодхичитта. Ищите свои плохие семена. Что еще? Четыре шага. Yeah, and that's the example. Отправляйтесь на занятия, он сказал, не совсем было понятно. Да, очень много людей изучают. И они уже тут с нами изучают 10 лет, и, возможно, они посещают все Ламримы с января 2014 года. И у них все равно какие-то проблемы с деньгами, с отношениями. И у них проблемы ментального характера. И я говорю не о себе. Да, я говорю и о себе тоже. Но здесь говорится, что не нужно быть как вот эти застывшие скалы в Алмазной горе. Как эти огромные валуны. И нам нужно размышлять и думать о том, как мы можем изменить свои устремления, как испытать отречение и бодхичитту и непостоянство. Потому что это то, что вас мотивирует. I work. И иногда кажется, что все очень плохо и тяжело. Я работаю, у меня все никак не хватает денег. Я все стараюсь хорошо обращаться с людьми и быть милым, а продолжаю видеть в своей жизни плохих людей. Я продолжаю тратить свое время бездумно на Netflix, Instagram и Facebook. И все эти занятия и вещи, они держатся, как эти валуны, за почву. И когда мы уподобляемся им, то мы не способны взлететь в это царство знания. И когда мы стремимся и понимаем непостоянство, мы понимаем, например, 5 минут очень важны. Многое может произойти за 5 минут. Перестаньте дышать на 5 минут. Это важно. Не все из нас могут выжить, если не будут дышать 5 минут. Так что дышать очень важно, даже 5 минут. Вы не знаете, что, возможно, вы выйдете на улицу, и там что-то произойдет. И все закончится, и вы проснетесь, придете в себя с собакой, жующей ручку. Поэтому подумайте об этих вещах. Вы не знаете о людях, которых вы любите? Будут ли они дома, когда вы вернетесь домой? Так что размышляйте об этом. Работайте, продолжайте работать над своими семенами. И пенсен, кому смотрите, сколько людей по всему миру страдают. У нас нет времени. Вчера у нас тут был скорпион, и он нас всех до ужаса напугал. И вы понимаете, что вот так может быть все что угодно. Только что вы были здесь, и через секунду вашей мамы, вашего лучшего друга или ребенка уже нет.
сейчас мы все здесь. И есть такое явление, называется вечная любовь. И это как раз об этом, о любви. Хорошо, что мы можем быть здесь и смотреть друг другу в глаза. И я хотел бы, чтобы мы так и продолжали. И все наши дорогие люди тоже. Try to serve while we can. И мы стараемся служить, пока можем. Пытайтесь служить. Пытайтесь изучать. Возьмите обеты Бодхисаттвы. Принимайте прибежище в пустоте. И ведите свою жизнь так. Netflix. Работает. Жизнь — это не ваша работа постоянно и трата времени на Netflix. Это о том, чтобы постоянно, ежедневно совершенствовать себя, продолжать двигаться. Sometimes lamas have to push us like kick us and go teach. Иногда учителю ламе приходится вас выталкивать. Yeah, they do it for us because we're like boulders. A veces los lamas nos tienen. Да, потому что мы тоже подобны этим валунам, укоренившимся. Но мы все еще можем летать. И они помогут нам. И затем учитель заставит вас сидеть здесь и сеять семена, даже если вы не очень хороший практик. И помните об этом, когда вы видите эту гору. И не будьте подобны горе. Парите. Да. Хорошо. Следующая Идима, пожалуйста. Okay, let's see. This is called no raised eyebrows of supposed wisdom. И это мы назовем нет приподнятым бровям. Предполагаемой мудрости. Так, например, когда они спрашивают: «Эй, ты видел пустоту?» И вы так... И они такие: «Ой, слушай, расскажи, ты совершил одномесячный молчаливый ретрит, и посмотрите на это лицо». «Ну, конечно, я, да». «Ты что думаешь, я такой?» Хорошо, давайте почитаем тибетский. Кто у нас тут еще способен это сделать? I don't see, but they are telling that there, but I can't see anything. Я не вижу, но давайте посмотрим. Тут подсказывают. Пожалуйста. Чикун чо сона не пеле нанду кье. Бью-йон-тан-кар-на. Цам-ян-мэ-пар. Чи-ро-ги-чо-па-мик. Пак-цинь-цинь-ва-сок. Ням-лен-йо-док. Ги-ки-тра. Тэн-чан-ми-че-чин. So this is saying the same. Conduct yourself like natural,
И здесь говорится примерно то же самое. Ведите себя естественным образом. Не позволяйте себе жестов или выражения лица, словно вы великий практик. И в жизни я видел множество подобных проявлений других людей. Меня воспитывали в традициях католицизма. Как-то я был на вечеринке, христианская вечеринка с хором, и появился священник, разряженный в одежде, и он был очень такой, шел как суперзвезда, и все так реагировали на него, словно он действительно рок-звезда. Но для меня это было так как-то странно. Хотя, конечно, когда Гешила иногда тоже ведет себя как рок-звезда, но он так не ходит, выпитив грудь. Он так скром. Постарайтесь быть примерно таким. Не будьте таким, как эта девушка на Идиме. И он так подходил к людям, этот священник, и просто касался их голов. И они падали, словно лишились сознания. И это было так странно, так неестественно. И мне это казалось неправильным. Я не критикую никакие системы верований. Даже этот священник мог быть действительно великим, классным парнем. Но когда я думал о примере для занятия, именно он возник у меня перед глазами. Я думаю, мы все знаем, каждый из нас знает таких людей, лидеров такого типа. Когда они появляются в комнате и так, эй! И стараются напустить на себя важный вид. И мы можем это чувствовать, что они именно что пытаются выглядеть важными персонами. Кто-то хочет с ними сфотографироваться, а они так, нет, нет, я слишком важный, чтобы сфотографироваться с вами. Нет. Для вас, простых людей, я слишком важен. Я не хочу, чтобы меня другие люди видели с вами. И это часто встречается в алмазном пути. Вы чувствуете, что вы как будто бы лучше, превосходство у вас какое-то есть. Я практик алмазного пути. Я вас учу. И вам нужно делать простирание передо мной. Мне такое не нравится. Хотя, конечно, иногда я себя тоже так веду. Потому что ты на самом деле чувствуешь какую-то власть. Вот как будто появляется какое-то ощущение власти. И поэтому, мне кажется, это также называется наделение силой властью, потому что действительно в этом что-то есть. И также это касается обетов. Того, как служить лучше. И в наших обетах это написано, что вы опускаетесь на самый нижний уровень, чтобы служить всем. Не то, чтобы вы возноситесь над всеми, а наоборот, вы спускаетесь. И в алмазном пути каждый является Буддой. Поэтому служите каждому, словно они Будды. Почему бы вы вдруг обучали Будду и чувствовали свое превосходство над Буддой? Служите ему и не будьте подобны этой девушке на картинке. И иногда это хорошо. Н-
Например, я проводил занятия для Института изучения йоги о том, как я провел одномесячный ретрит. И я просто поделился тем, что очень важно выполнять эти практики. И эта практика, она даст вам силу, но не потому, что вы хотите, чтобы вам служили, или потому, что вы лучше, чем другие люди. Вы практикуетесь в том, чтобы служить другим людям лучше. Вы уединяетесь в этой кабинке для ретрита, ни с кем не разговариваете, не встречаетесь, не видитесь. Вы не видите своих детей, свою семью, своих друзей. И это на самом деле сложно, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для Хуан. Тебе это как было? For him was really difficult. Мне было очень сложно, говорит Хон. Много боли и слез. И в то же время прекрасно. Да, это очень тяжелая работа. И есть, конечно, и сложность в этом, и красота в том, чтобы совершать ретрит. Мои прекрасные семена, посеянные в ретрите, взошли всеми вами. Семена моей практики позволили мне проекцию выполнить 150 людей, которые пытаются стать лучшими людьми. Так что все слезы, пот и кровь стоили того. Даже несмотря на то, что я все еще плохой человек, я могу вас видеть. Я счастлив. Я так себя похлопываю по плечу. Молодец, хорошо поработал. Хорошо, мы справляемся, все по плану. Next evening, please. Пожалуйста, посмотрим следующую идиму. Кто знает, что это за прекрасное существо на картинке? Да, это Шантидева. Кто не знает историю Шантидевы? Хорошо. Шантидеву называли Бушуку. Это, ну, можно перевести, мистер, господин, три мысли. Потому что он только думал о еде, о том, чтобы ходить в туалет и спать. Ты dijiste hacer popó, ¿no? Bathroom. Ir al baño and sleeping. Yeah, sleeping, going to the bathroom. Спать, ходить в туалет и есть. Предположим, допустим, все сказали бы: ой, да этот парень, он только впустую расходует ресурсы монастыря. Поэтому давайте мы его будем называть Бушуку. И все хотели от него избавиться, потому что он впустую тратил ресурсы монастыря. Его попросили преподавать, обучать, потому что подумали: ой, он такого тут натворит. И у нас как раз будет возможность его, от него избавиться, потому что он ничего не делает, никакой пользы не приносит. И его спросили: слушай, может, ты хочешь преподавать? Он сказал: ну, хорошо, ладно. А что будешь, чему будешь обучать? Сутре или чему-то еще, что будешь давать? Он сказал: нет, я буду обучать тому, что я написал. О, Боже, будет такой кошмар, ни за что. Все, мы его поймали.
мы точно сможем от него избавиться, от этого бусуку. И они возвели такую высокую платформу, потому что он был таким упитанным, ну, чтобы просто его получше увидеть, и затем его исключить из монастыря. И потом наступил день учений. Он забирается на платформу. Они все сидят внизу там. И он на платформе. И все так, ой, а как он там оказался? И потом он начал давать учение. И он начал обучать образу жизни бодхисаттвы. И те обеты, которые мы сегодня принимаем. И затем он шел все глубже и глубже, все выше и выше. И буквально он начал подниматься выше и выше. Он начал парить. И никто из других студентов не знал, как это сделать. И медитация дала ему такие силы. И студенты тоже начали с ним парить. И они поднимались все вместе все выше и выше. А некоторые студенты, которые не знали, как от этого добиться, не смогли следовать в то время, как все. И затем он исчез. И все так, что, как? И начали звать его Бузуку. О, мы тоже так можем, как и он. Нам тоже так нужно добиться такого. Не хвастайтесь. Это все не о том, чтобы хвастаться. Будьте подобны Шанти Деви. Медитируйте, ну, может быть, не так много. Не просто ешьте, спите и ходите в туалет. Но только если это не поможет кому-то еще, если вы будете только этим заниматься. И есть в этом еще одно учение. Не судите никого. Вы не знаете, кто есть кто. Вы не знаете, кто может внезапно подняться в небеса и воспарить. Только ваши суждения могут не позволить вам увидеть этого. И здесь также упоминается Чандракирти. Он выглядел обычным практиком и был таким стабильным практиком. Но у него были эти силы. Он мог нарисовать корову и подоить ее. И выпить молоко. Так что есть множество разных умений, которые мы можем в себе развить. Но вы не начинаете пытаться развить их из-за того, что вы хотите выглядеть лучше. Вы развиваете их просто потому, что вы любите всех людей. Потому что у вас есть бодхичитта, отречение, знание. Потому что вы знаете, что все страдают. Вы вынуждаете их страдать. Потому что они могут на самом деле и не страдать. Но вы видите их страдающими. Потому что это моя плохая практика, и я так вижу. Так что продолжайте, продолжайте изучать, продолжайте служить. И однажды вы будете как Бусуку. И вы будете словно выглядеть обычным человеком, чтобы обращаться к людям и иметь с ними связь. А они будут видеть в вас пример того, как обычный человек может стать великим практиком. Поэтому практикуйтесь, чтобы стать примером.
super excited because I just have 10 minutes more and one EDM. И я очень рад, потому что у меня осталось 10 минут и еще одна EDM. Hey, класс! I talk a lot. А, нет. Две EDM-ы. Сейчас посмотрю. Два. Да, две EDM-ы. И есть традиция, чтобы сохранять наше осознание, не хвалиться ими, в тишине, оставлять их в тишине. И, пожалуйста, помните эту картинку, это изображение. И она о том, как Гешела занимался алмазным бизнесом. И давайте почитаем тибетский. Кто с нами может это сделать? Хуан? Шен дуи шин ки норбу ми шен ла мопа тар трак шена вар чеман. Ранг ре янг на нжик тэнг па тан кье ме ту се нди ла чо. So, Гешела went into the diamond business. Итак, Гешела занялся алмазным бизнесом. И он говорил, что 7 лет он никому не говорил, что он был монахом. И что он был там, поскольку у него был тайный план. Они все думали, что он был просто обычный парень. Но как для меня, например, он не выглядит как обычный парень. Глаза? Его глаза, они... подобные глазам ангела, они его выдают. Так что 7 лет они не знали, что он был монахом. И когда Гешела дал нам эту идиму, он говорил об Иисусе и его учениках, последователях. И он говорил, что не скрывайте, вам нужно показать ваши осознания, ваши добродетели. Но здесь все немного наоборот. Вы подобны прекрасной, любящей, доброй свече. Но вы прикрываете это, маскируете, для того, чтобы выглядеть обычным парнем. Потому что тогда люди смогут вам доверять. Они чувствуют, что вы примерно на их уровне. И вы не великое какое-то реализованное существо. Просто продолжайте делать, что вы делаете. Ходите на работу, водите детей в школу и делайте все, что обычно делает нормальный человек. Но не хвалитесь своими духовными осознаниями. У меня нет этой проблемы, потому что у меня нет никаких высоких осознаний. И мне не надо выглядеть так, словно они у меня есть. Это очень... забавно. Да, и здесь говорится, что это может вам доставить множество препятствий, если вы это делаете. Если они есть у вас, эти осознания, то не хвалитесь ими, не выставляйте их на показ. Это приносит препятствия в вашу жизнь. Хорошо, и давайте перейдем к следующей. Yeah, I changed this idiom. Sorry, Гешела. Да, я изменил эту идиму. Извините, Гешела. Я ту не понял.
chance to do an ambush. И здесь девушка стоит в ожидании возможности. В засаде. И мы не знаем на самом деле, что она там за этим шариком, за этой маской замышляет. Она, может, она друг, но мы не знаем, что у нее на уме. Может быть, она там затаилась в засаде, чтобы что-то плохое сделать. И это 12 из 18. Мы закончили 4. И давайте прочтем тибетский. Да, это 12. Анатолий, пожалуйста. Каста. Chela nerd but Jay Bechir Trang La Gupa Shin nerd Be Galway Do Capture Bar Michet. Here Chuang, it's like the important word. Chitran es la palabra importante. Everybody say. И здесь все скажите Tran. Это похоже в каком-то смысле барда, потому что здесь это относится к тому, что ваша карма вынудит вас отправиться в Бардо, в это тесное, плохое место, в которое вы не желаете отправляться. И Гешела на это ссылается как на что-то, кто-то наносит вам вред, и вы затаились, чтобы отомстить. Вы составляете план и как бы увлекаете этого человека на эту узкую тропу, где вы нападете и отомстите. И это может выглядеть так, что вы просто говорите: «О, привет, как дела?» Но на самом деле внутри вы просто ждете, чтобы отомстить, потому что этот человек причинил вам боль, и поэтому заслуживает наказания. И вы тот, кто сбалансирует все это и накажете плохого парня и плохих людей. Но здесь вообще нет никакого смысла. И здесь упоминается, как дхарма соотносится с нормальным, обычным миром. Например, когда я был в начальной школе, я вам рассказывала, что я много дрался. И потом я бежал к маме, говорил: «Мама, меня побили!» Мама спрашивала: «Что ты сделал?» Я сказал: «Я давал сдачи». «О, молодец, молодец, хорошо. Вот в этом мой парень, мой малыш». И потом это стало: «О, мой бизнес-партнер у меня ворует». Но я это узнал и воровал у него, и бизнес-люди такие: «О, ну молодец, все правильно». А на самом деле все работает совершенно противоположным образом. Мы знаем с вами, как все. Потому что у нас есть учитель, который обучил нас семенам.
И это говорит нам, что если вы мстите, то вы снова сеете плохие семена. И это подобно вот этой идиме с этим шариком, что вы сидите в засаде и думаете, а, наконец-то я поквитаюсь, я выиграю, потому что я отомщу. Но вы просто продлеваете этот бесконечный цикл. Цикл боли в вашей жизни. Поэтому не нужно мстить. Мы здесь для того, чтобы служить, для того, чтобы любить, для того, чтобы быть вместе. И это то, что сохраняет наших учителей живыми и с нами. Любить каждого ученика вашего учителя, как будто он является членом вашей семьи, и расширить это чувство до всей Вселенной. И поэтому мы здесь пытаемся жить так, служить всей Вселенной, даже тем существам живым, которых мы не знаем, даже тем живым существам, в существование которых мы не верим. Мы здесь, чтобы служить им. Спасибо. Thank you, Juan. Thank you, Alex. Amazing. Спасибо, Хуан. Спасибо, Алекс. Невероятно. Класс. И сейчас мы сделаем объявление для тех, кто участвует в ретрите офлайн. И затем мы передадим слово Татьяне. И она сделает объявление для наших участников онлайн. Hola, hola. Hi everyone. Dear online participants. Всем привет, дорогие участники онлайн. Thank you for being with us one more day. Спасибо, что вы еще один день провели с нами. Мы очень ценим присутствие такой прекрасной и замечательной аудитории по всему миру. Let's all rejoice that we have 10 languages. И давайте порадуемся тому, что на этом, что это мероприятие проходит на 10 языках. И участвуют люди, говорящие на еще большем количестве языков. Это поистине невероятно. И мы бы хотели дать небольшие объявления о том, что будет происходить завтра и сегодня. Сегодня
те, кто участвует в платном пакете, у нас будет занятие, симпозиум с Тимом Левенхауптом и Паулиной Франко. И тема — это развитие самооценки, связь между добротой и благополучием. Это занятие пройдет в 3 часа дня по Мексике. Если вы хотите его посетить, то, пожалуйста, подпишитесь на платный пакет. Также у нас будет огненное подношение вечером в 6:30 по Мексике. И эта церемония будет открыта для всех пакетов участия, бесплатных и платных. Что касается завтрашнего дня, мы начнем в 7 утра по Мексике, не по Аризоне. Занятие проведет Альдо Арзапало. Он был переводчиком этого последнего занятия. А следующее занятие 8:45 по Мексике проведет Паулина Франко. И прежде чем мы вас отпустим, мы бы хотели, чтобы вы взглянули на экран. Мои коллеги сейчас поделятся. Спасибо. Это такой тизер. Завтра мы больше поговорим об этом невероятном мероприятии, которое мы уже начали планировать. Оно пройдет в Киото, в Японии, в начале декабря, с 6 по 11. Завтра мы вам расскажем о нем больше, и вы действительно все будете поражены. Но если вы хотите быть действительно ранней пташкой на этом событии и быть, возможно, первым, кто зарегистрируется, вы можете воспользоваться QR-кодом на экране. Мы надеемся, что вы его видите. И вы можете совершить предрегистрацию. Официальная регистрация еще не началась. Это такой между нами небольшой секрет. Ну, такой небольшой секрет на 200 человек по всему миру. Никому больше ни слова, пожалуйста. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этим особым временем, чтобы быть самыми первыми, кто зарезервирует свои места и зарегистрируется. И завтра вы узнаете об этом мероприятии больше. И еще больше будете воодушевлены этим событием. Еще раз благодарю за то, что вы с нами. Благодарю наших дорогих переводчиков. Я вижу, как вы улыбаетесь и как вы здорово переводите. Большое спасибо за вашу позитивную энергию. И мы увидимся с участниками платного пакета сегодня. Позже со всеми остальными завтра. Приятного вам дня или ночи. Всего доброго.